Ситуация в Афганистане сложная. Талибы пообещали всем амнистию и гуманное отношение к женщинам. Однако, в стране может разгореться новая гражданская война. Мы говорим всем жителям Кабула, никто не будет вас преследовать. Вы будете жить в мире. Также мы хотим заверить все страны, в том числе США, что Афганистан не собирается нападать ни на какие государства. Наша цель – не насилие, а закон и порядок. Мы снова сделали страну независимой и изгнали иностранцев. Я бы хотел поздравить всю нацию, заявил с экранов пресс-секретарь движения «Талибан», запрещено в РФ, Забихулла Муджахид. Женщины будут жить в рамках шариата. Соседние страны и мировые государства не должны думать, что мы не признаем право женщин. Мы мусульмане, и наши женщины тоже мусульманки. Мы уважительно относимся к собственным обычаям и традициям. Это наше мирное право, вводить исламские законы в нашей стране, продолжает Муджахид. Тем временем, не исключено, что в стране может начаться новая гражданская война. В провинцию Панджшер стягиваются военные и бронетехника. Возглавить их хочет сын Ахмад-Шаха Масуда, панджширского льва. По некоторым данным, он получает поддержку западных спецслужб. Мы – первая линия обороны. Мы защищаем и Европу, и весь регион. Афганцы воюют не только за себя, но и за всех остальных, заявляет Ахмад Масуд.